Имена казаков, героев Первой мировой войны увековечили в станице Исправной. Мемориальную доску с именами георгиевских кавалеров установили в храме архистратига Михаила. На открытии выступили представители власти, духовенства, казачества, научного сообщества и общественных организаций республики. Подробности у Али Баташева. На памятной плите имена 50 казаков Кубанского казачьего войска, награжденных георгиевскими крестами и медалями за боевые отличия в Первой мировой войне 1914-1918 года, завершает список Тихон Яценко, родственник жительницы Исправной Ольги Кияшко. Я почувствовала, что вот, во-первых, гордость, во-вторых, что вот все равно возвращается действительно память, вот все, все равно они не забыты, и вот я, и вот и мы вспомнили о нем, и конечно, очень жалко, вот я вот даже заплакала, потому что вот что им пришлось пережить, вроде они воевали за все, за отечество, за веру свою. Открытие мемориальной доски – это событие, масштаб которого сложно переоценить, говорили выступающие. Первая мировая была войной с внешним врагом, за которой следовало установление нового миропорядка. Подвиги многих солдат и офицеров были на долгое время незаслуженно преданы забвению. Сохранять память о военных, о военнослужащих, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь служению своей родине. Это очень важно, потому что молодое поколение должно брать с кого-то пример. Если мы не будем сохранять сегодня эти традиции, не будем их продолжать дальше, это умрет, и мы получим те события, которые мы сегодня видим в ближайших странах, которые нас окружают. Хочется обратиться ко всем жителям, не только станицы Исправной, но и остальных станиц Карачао-Черкесии. Поройтесь в своих семейных архивах, посмотрите фотографии, поспрашивайте старшее поколение, которое еще живо, чтобы иметь возможность пофамильно восстановить всех героев Первой мировой войны и героев других славных событий. Настоятель храма архистратига Михаила в станице Исправной Александр Якушев вручил благодарственные письма предпринимателю Дмитрию Крикунову, историку Наталье Кратовой и всем причастным к восстановлению имен героев и открытию мемориальной доски. Затем о всех отдавших жизни за родину казаках был совершен молебен. В память о георгиевских кавалерах Кубанского казачьего войска почетным караулом пехотного кубанского полка был произведен троекратный оружейный залп из винтовок Мосина. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.